Чтобы определить, одна или две «Н» пишется в причастиях, вы должны задать себе систему вопросов, и так будете их задавать, пока не определите. Одна или две «Н» пишется в причастии, и первый вопрос в этой цепочке будет «Краткое перед нами причастие или полное?» Если скука-то смертная. Поиграем в идиота. Это как? Один тихо говорит, профессор идиот, и кладет рубль в общак. Второй говорит чуть громче, так пока нас Петрович не засечет. Выигравший забирает все деньги. Если же причастие полное, да, давай. Профессор идиот. Профессор идиот. Профессор идиот. Профессор идиот. Профессор идиот. Совершенно идиот стоит перед вами. Профессор идиот. Это всего лишь ярлыки. Ну кто я такой, чтобы опровергать твое самокритичное мнение? А мы продолжаем. Последний вопрос, который вы себе зададите, от какого глагола образовано? Если причастие образовано от глагола совершенного вида –